Итак, всем снова привет, друзья! Сегодня я добавил к нашему леговскому поезду третий вагон. Сегодня мы испытаем 10Х на трехвагонном составе. Ну, на двухвагонном, но с локомотивом. Ну, он очень медленно ездит, я уже проверял, даже на десятке. Ну, как очень медленно? Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как-то так. Давайте я вот так вот поставлю. Вот так вот он проносится мимо, ребятки. Собственно, вот. И если вам понравилось предыдущее видео, обязательно ставьте лайк, поскольку оно было реально крутым. Если кто не видел, то посмотрите обязательно. А с вами был я, Егор Теляпро, и всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока!